Быстрее, лучше и дешевле могут стать региональные авиаперевозки по Сибири. Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40. Он заменит в небе легендарный кукурузник Ан-2. Это крыло должно было позволить выполнять полет самолета на крейсерском режиме 700 км в час вместо 500, как на Як-40. Два мотора нам позволили выполнять полет с расходом топлива на 1560-590 кг в час вместо 1150 на Як-40. Аналогов такой конструкции в мире пока нет. В самолете установлено два современных двигателя. Крылья с загнутыми законцовками выполнены из композитных материалов. Когда самолет выйдет в рейс, решат в Минпромторге, а Сибирский научно-исследовательский институт имени Чаплыгина займется новыми разработками. Контрактов у НИИ в этом году на 600 миллионов рублей. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!